Вот такое у нас масло. Мне кажется, это не масло, а эмульсия. По поводу эмульсии. Эмульсия может быть в двух случаях. Первый случай — это плохие прокладки на болтах, да, вот такие вот. Либо это испорченные сальники редуктора. И попалась мне вот такая вот, такой вот болт. И он такой, с одной стороны, такой здесь красненький какой-то. Ну, красненький, красненький. А на нем стояла старая шайба, вот такая вот. Ну, это, соответственно, прокладка тоже старая. И я так понимаю, она не может нормально притянуться вот из-за этой красненькой. Я, ну, сначала вообще не понял. Смотрю, вроде болтик нормальный, покрашенный в Ямаху, все заливной, сливной, все замечательно. Откуда вот эта краснота, так и не понял. Из-за этого и прокладка не садится нормально. А потом начал вот отковыривать, и это, оказывается, старая какая-то прокладка, которая вот спрессовалась, и из-за нее получается нормально не садится все. И вот, и он плоский, ровненький, а то он был такой закругленный получается, и вот эта вот прокладка не садится на него, и из-за этого эмульсия попадает вода в редуктор. Сейчас я все исправил, сейчас все должно быть хорошо.